всегда будьте такой красивой, яркой, жизнерадостной. Очень восхищаюсь вашей вот стойкостью, крепким стержнем. Такая молодая, но такой крепкий стержень. Пусть всегда будет счастье от всего большого нашего коллектива. Желаем радости. Себя побаловать. Огромной радости. Пусть все беды уходят стороной. Спасибо большое. Только сегодня, да, поздравляем. Сегодня только говорили. Добрый день, дорогие друзья. Вызвали фирму Като, и к нам приехала дизайнер Надежда. Наш заказ был достаточно прост, с одной стороны, но с другой стороны был очень сложен. Нам нужно было обустроить замечательной тюлью нашу прекрасную большую гостиную, а также кухню. Вы знаете, всего за 10 дней получилась невероятная красота. Мы благодарим Надежду, лучшего дизайнера, а также фирму Като за прекрасный заказ. Хорошего настроения, удачного дня. Заказывайтесь и подписывайтесь на их канал. Пока-пока. Спасибо. Короче, зашли, мы хинкали взяли. Вот такой там принесли огромный пыльное тесто. Там, чтобы вы понимали, примерно вот моя рука, и там еще таких две руки в обхвате. Икает. Да здрасте, да икает. Да как так-то? Придется поносить. Все, включай. Приехали на выставку текстиля подобрать новые новинки для нашего бизнеса. Выставка проходит два раза в год, и на каждой выставке мы покупаем новые образцы для работы. Сейчас вам покажем, как это происходит. А кто еще не подписан на наш канал по шторам, подписывайтесь. Ссылка будет под видео.